И всем привет-привет! Ну а этим видео я хотел открыть рубрику «Марафон подарков». Будет много видео по подаркам, так что включая мое, наверное, сразу же, тут тоже оговорюсь, поэтому не сильно ругайтесь. Итак, здесь вы увидите два видео, причем два видео склеивал сразу же о том, что если ты хочешь вытащить все, то, конечно, плати просто бабки. Если ты платишь бабки, то все у тебя будет в топ. Итак, смотрим на большую трату рубинов от депутатов. Депутаты всегда знают, где можно потратиться. Так что внимательно лайкаем, ну и, конечно же, смотрите до конца. В конце, как всегда, небольшие сюрпризы от депутата.